Добрый день, приветствуем вас на канале интернет-магазина Энергомаг. Меня зовут Александр. Я предлагаю новое видео на тему «Стабилизатор напряжения Фантом». В начале видео хочу поблагодарить наших подписчиков, которые остаются с нами и помогают развивать наш канал. Огромное спасибо. Вот мы предлагаем распаковку стабилизатора Фантом. Пожалуйста, вот мой ассистент сейчас будет распаковывать этот стабилизатор, а я вначале в двух словах расскажу. Фантом — это стабилизаторы, которые производятся в Украине, одни из лучших, ну, по моему мнению, стабилизаторов. Есть, конечно, стабилизаторы, которые, ну, возможно, лучше, но они намного дороже, чем Фантом. Вот. Помогу я сейчас открыть. Пожалуйста, мне инструкцию доставь. Вот так он выглядит, этот стабилизатор. Инструкция. То есть это модель VN842, класс универсал стабилизатора Фантом. Они есть, 5 классов вообще есть стабилизаторов Фантом. Стандарт, стандарт плюс, элит, универсал и премиум. Это универсал. Пока, сейчас давайте мы его вытащим. Он довольно тяжелый. 18 килограмм. Основные характеристики данного стабилизатора: диапазон стабилизации от 105 до 275 вольт, как в инструкции указано, максимальное отклонение напряжения 5%, рабочий диапазон напряжения от 60 до 400 вольт, номинальная мощность 6 киловатт, при напряжении больше 170 вольт 5 и при напряжении ниже 130 вольт 4 киловатта. Максимальное превышение номинальной мощности в течение 5 секунд 20% и в течение 0,1 секунды, то есть 50%. Длительность действия функции электронной защиты при превышении 60 секунд. То есть если в защиту он уходит, то через 1 минуту он опять включится. Ну и минимальное напряжение, при котором может работать стабилизатор, 75, отсечка вольт, и максимальная 290. Ну, а теперь посмотрим этот стабилизатор со всех сторон. На его лицевой панели светодиодное отображение, нагрузка от 0,8 до 6 кВт. Пожалуйста, поверните немножко так. От 0,8 до 6 кВт. Не совсем видно. Вот так вот. Спасибо. И сеть. Индикация: сеть, выход, вентилятор, перегрев, минимальное напряжение, максимальное. То есть это если сработает защита, то будет на светодиод показывать, что при и аварии. Напряжение на входе, на выходе. Далее я покажу на стенде, как это все работает. С этой стороны подключение. Вход 0, выход заземление. И с нижней стороны есть одно из преимуществ этого стабилизатора, это байпас. То есть вы можете включить, вот здесь транзит написано, и стабилизация. То есть если вы включаете автомат слева, который, автоматы тоже, посмотрите, Schneider, автомат тоже не дешевый, качественный. И с правой стороны стабилизация. Если включен данный автомат, то нагрузка питается через стабилизатор. Если что-то произошло, вы можете отключить и транзитом включить мимо стабилизатора. Если даже, не дай бог, что-то с ним произойдет, с этим стабилизатором, вы можете его исключить из схемы. Не во всех стабилизаторах это есть. Гарантия на данный стабилизатор, вот в паспорте написано, 48 месяцев. То есть это... Положите, пожалуйста. Серийный номер, вот тоже вы видели внизу, на каждом стабилизаторе, что немаловажно. Гарантийный срок 48 месяцев, 4 года. Не у каждого стабилизатора есть такой гарантийный срок. Вот основная информация. В следующем видео я покажу на стенде. Мы проверим все эти характеристики, соответствуют ли они заявленным заводским заводом Фантом. Завод находится в городе Одессе. Интернет-магазин Энергомаг является официальным представителем, дилером стабилизаторов Фантом. Покупайте с гарантией. Если, не дай бог, что произойдет, мы всегда сможем помочь вам решить вопрос
со стабилизатором, который, если не дай бог, выйдет из строя. Вот такое видео. Если видео понравилось, ставьте лайки. Если остались вопросы, задавайте в комментариях к данному видео. И хочу напомнить, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь на наш канал, потому что мы предлагаем различные видео на тему энергоснабжения, электроснабжения, заземления, молниезащита. Ну и традиционно, всего хорошего!